Лучшие фотографии дикой природы по версии журнала National Geographic Россия признан снимок лебединого заказника из Советского района. Всего на конкурс «Дикая природа России» было прислано более 50 тысяч работ. Победителей отобрали в 11 номинациях. Фотоснимок заказника выиграл в категории «Птицы». Оргкомитет конкурса отметил эту фотографию, поскольку посчитал, что именно она передает утонченность и изящную красоту лебедей. Автор снимка – москвич Дмитрий Купрацевич. По его словам, и заказник, и птицы его очень вдохновили. В этом году фотограф планирует посетить Лебединый снова, а также увидеть цветение моральника и совершить восхождение на Белуху. Я фотограф, очень часто смотрю фотографии из разных мест, планирую свои путешествия, потому что не только хочется увидеть жизнь, но, естественно, сфотографировать. Естественно, такое уникальное место в России, как Лебединый заказник, давно меня уже привлекал.